Вчера мною была написана песня «Во имя жизни. Рассказ морского пехотинца». И я разослал ее. 100, значит, рассылок сделал на ВКонтакте, 100 рассылок в Одноклассниках, ну и еще где-то около 150 рассылок по СМС-кам. Значит, ВКонтакте мною было выявлено 3 фашиста. Один безразличный сказал, что я не с вами и не с теми. Вот. В Одноклассниках оказалось всего 2 фашистов. Вот по рассылкам СМС, в общем-то, как ни странно, все оказалось четко и встречено, ну, в крайнем случае, ну, скажем так, ну, молчаливо. Вот, ну, что сказать-то? Сказать хочется одно, что войну-то эту начали не мы, но заканчивать ее придется нам. В каждом окне, под каждым камнем смерть, смерть даже в воздухе зловеще притаилась. Но мы идем за 5-5 успеть, успеть во имя жизни, мужики, во имя мира. Но мы идем за 5-5 успеть, успеть во имя жизни на земле, во имя мира. Наш дом Россия нравится врагам, враг просто рвется уничтожить все живое. И потому мы здесь, а они там, там, и потому здесь на поле боя. И потому мы здесь, а они там, там. И потому мы здесь на поле боя. Они прикрылись мирными людьми, в поступках их ни логики, ни смысла. Мы ж рождены в полвеки от войны, войны, но нам досталось добивать фашистов. Мы ж рождены в полвека от войны, войны, но нам досталось убивать фашистов. Мы не воюем с мирными людьми, мы зачищаем трусов оккупантов. Мне долго будут сниться пустыри и этот двор, и детская площадка. Мне долго будут сниться пустыри и этот двор, и детская площадка. Родина, ты слышишь нас, и вырастают крылья за плечами. И мы под смертью ходим каждый час, и вся Россия, Родина, за нами. И мы под смертью ходим каждый час, час, а то Россия, Родина, за нами. В каждом окне, под каждым камнем смерть. Смерть даже в воздухе зловеще притаилась. Но мы идем за 5-5 успеть, успеть во имя жизни на земле, во имя мира. Но мы идем за 5-5 успеть, успеть во имя жизни на земле, во имя мира.